Время начать дозволенные речи, потому что тема у нас сегодня слегка сказочная, по моему мнению, хотя, в принципе, устойчивое развитие, как мы привыкли его переводить, но на самом деле это, как специалисты, особенно филологи говорят, не совсем верный перевод данной темы. Тема древняя, на самом деле, честно. Вот если посмотреть всю историю этого вопроса, то она началась еще в 1970 году, когда началась вот эта вот кампания за сохранение природы. Так как про устойчивое развитие у нас очень много разговоров, и я, видимо, как почувствовала, решила эту тему поднять. Ровно с этого же момента я увидела массу выступлений, которые произошли буквально за несколько предыдущих дней, в том числе и Бухинник в Питере провел на YouTube рассказ, собственно говоря, о том, что же это такое, как он влияет на модные тренды, это тенденция. Вот, хотелось бы рассмотреть эту тему более серьезно и применительно именно к легкой промышленности. Почему? Потому что все, что придумывают дизайнеры, это, конечно, замечательно, но, как скажем, есть ли, как в анонсе вы видели, действительно почва под этим понятием, есть ли оно в действительности, работает ли оно сейчас, как можно его использовать и для каких целей. И, как называется, немножко все-таки поговорить о мифах данного понятия и, возможно, как-то переосмыслить его, чтобы его действительно можно было использовать, а не просто как получить некий маркетинговый ход, который вроде как должен помочь нам всем сейчас выстоять, особенно после пришествия к нам нашего вируса с короной, который, как все трендсеттеры говорят, поломает структуру потребления, поломает психологию человека, поломает ли на самом деле. Давайте попробуем поговорить на эту тему. На самом деле я очень хочу, чтобы у нас произошел именно разговор, да, потому что я прошу всех, кто хочет высказаться, обязательно писать в чате. Мы постараемся всем дать слово, потому что именно ваше мнение сейчас очень важно, как специалистов, да? Вот, и поэтому мы пригласили Викторию Семенову, Олега Кощеева. Вот, уже смотрю, к нам присоединился Владислав Иванов. Это вот уже конкретное производство, конкретные легкие товаров, нетканных материалов. Также к нам должны были присоединиться из РГУ лаборатория с какими-то новыми сообщениями. Очень будем рады их увидеть. Собственно говоря, вот ждем еще Александра Бородина тоже, как представителя некой такой дизайнерской, технической части модной индустрии. Вот. И Алексея Федоровича Плеханова, тоже представителя РГУ. Надеюсь, что мы все сегодня соберемся, со всеми спикерами наш админ сможет связаться, и все смогут зайти. Ну, для начала мне хотелось бы представить слово Виктории Семеновой, так как в большом списке наших спикеров это сегодня единственная представительница слабого пола, которая, собственно говоря, еще и известна тем, что не просто, как называется, вице-президент Союза дизайнеров, но и имела прямое отношение к созданию многих брендов, в том числе и российских. Спасибо, Вера, да. Ну, тема сложная, на самом деле. Она сложная со всех сторон, потому что сейчас, если высказать честно и открыто мое мнение, конечно, я не смотрела Бухинника, к сожалению, вернее, не смотрела Бухинника, но тема устойчивой моды, да, она такая странная для меня, потому что все, что касается какой-то переработки, вторичного использования, требует, в свою очередь, огромных ресурсов, которые, в свою очередь, загрязняют среду. То есть, условно, для того, чтобы планета стала чистой, не должно стать нас, пользователей. Что бы мы ни делали, каждый раз мы среду загрязняем. Просто своим присутствием, да, соблюдением какой-то гигиены и так далее. То есть, все просто и все сложно.
Значит, единственный путь в устойчивой моде, как мне кажется, это сокращение производства. Если мы говорим, ну, факторов много, да, то есть мы говорим о том, что нужны экологические материалы. А когда говорят об устойчивой моде, говорят о секонд-хенде, да, о том, что это очень здорово. Говорят о том, что мода должна стать не такой быстрой. То есть уже когда мода стала как фастфуд, да, когда стали выпускать масс-маркет в таком объеме, в таком количестве, что даже специалисты не успевают подслеживать какие-то новые течения, да, известных фирм, которые в принципе заполонили мировой рынок. И остатки на складах огромные, и это касается в основном, конечно, масс-маркета, который еще использует слишком много миксовые ткани, да, и много искусственных волокон. И, но ведь даже если 100% органический хлопок, для того, чтобы его произвести, надо потратить, опять же, огромное количество всевозможных ресурсов. То есть, если помните, то на Руси носили конопляную одежду, а производство одежды из конопли гораздо, кстати, экологичнее, чем из хлопка. Но сегодня мы живем в таком мире, когда и хлопок-то вызывает аллергию. Например, я не могу носить хлопок вообще, мне нужны только миксовые ткани и обязательно искусственные волокна. То есть... И сам человек поменялся. Поэтому выходом из всех этих ситуаций, наверное, на мой взгляд, и разговоры, чтобы вести об устойчивой моде, надо определиться, о чем вообще конкретно мы говорим. То есть, что мы хотим обсудить сегодня? Это слишком много всего, слишком много и так много аспектов, что я боюсь, нам не хватит суток для того, чтобы в этом разобраться. То есть, если мы говорим об экологическом дизайне, в принципе, об экологическом дизайне в целом, то как-то светлее становится эта тема. Да? Объясню, почему. То есть, правильным дизайном мы можем сократить и минимизировать определенные виды дальнейшей обработки отходов, да, того, что, того товара, который мы придумали. То есть излишнего не должно быть. То есть в сегодняшнем мире надо определиться с необходимым и достаточным. Вот я бы так сказала и так бы сформулировала. То есть достаточное количество всего, чем мы пользуемся, и одежды в том числе, достаточное количество выпущенных товаров, вот, какая-то такая, может быть, сложная у меня какая-то схема, с которой могут не согласиться многие. Но для того, чтобы нам не приходилось, вот как мы вчера, да, так обменялись мнениями, для того, чтобы нам не приходилось перерабатывать пластмассу, да, вот эту вот, особенно там какие-то вот эти бутылки из-под воды так, и так далее, надо просто изменить упаковку этой воды. Да, и закрыть заводы по производству пластиковых пакетов и этих бутылок, да, в конце концов. Воду можно и в тетрапаках выпускать. Тетрапак меньше, да, больше можно использовать при переработке. Но хочу напомнить, что переработка тоже трата ресурсов. Она также загрязняет среду, да, может быть, в меньшей степени. Но для того, чтобы что-то переработать, надо использовать огромное количество всевозможных химикатов. Еще говоря о дизайне, есть такой обман, да, как мне кажется. Мы берем какую-то упаковку товара, и на ней стоит значок «Эко». Вспомните, когда такой был бум экологического питания. А в принципе, у нас в стране гораздо дольше, чем в других, производилось именно экологическое питание. Но после того, как стали ставить этот штампик, некоторые виды там, продукции подорожали просто в десятки раз, потому что они типа экологические. Вот. Проверить это фактически невозможно, но штампик и правильный дизайн, да, увеличили стоимость этих товаров и продвижение их на рынке. То есть это маркетинговые ходы, чисто маркетинговые. Хотите ли вы носить футболку, особенно когда это касается там
в достаточно дорогих брендов класса люкс из переработанной пластмассы, ну, то есть, или там какого-то другого там переработанного сырья. С точки зрения какого-то подсознания это абсолютно вызывает отторжение. Да? Можно делать какие-то предметы быта, да, или там уличной мебели, как использовать таким образом, но одеть на себя переработанное, в принципе, ну, вот, я бы не хотела. Вот, потому что там уже столько химии, что организм это с трудом выдержит. И любое переработанное что-то, оно требует гораздо больше усилий и гораздо больше технологий, чем изначально созданное. Вспомните, если вы строите дом или вы делаете реконструкцию дома. Реконструкция дома всегда будет стоить гораздо дороже, чем строительство нового. То есть вот в этой всей истории устойчивого развития моды, как мне кажется, единственный верный путь – это сокращение производства до уровня необходимого и достаточного. Это четкое продумывание упаковки товаров и одежды в том числе, того невообразимого количества всяких штучек, которые мы вшиваем, нашиваем, и этикеток, да, это тоже могло бы сократить отходы, потому что, в принципе, мы это все отрезали и выкинули. Да. Это понятно, что бывают очень красивые этикетки, но мы их все равно отрезали и выкинули, никто не захламляет свой дом. То есть мне кажется, что первый вопрос в этом – это сокращение до уровня какой-то информации, которую мы хотим донести, до минимальной, да, до конечного покупателя. Что, из чего и как сделано. То есть это же не обязательно могут быть там шнурочек, клепочка, этикетка висящая и 150 еще вшивок. Это может быть просто лист бумаги, на котором написана вся эта информация. Да, и это значительно бы сократило отходы, и это было бы уже более устойчиво в моде, понимаете? Ну, то есть, вот, это мое мнение, ну, то есть, примерно так, для начала. Понятно. Спасибо, Виктория, за ваше мнение, но вы оставайтесь с нами, потому что мы, в принципе, сейчас будем задавать вопросы, на которые... вот у нас, кстати, спрашивают, маркировка без этикеток? Ну, смысл в том, чтобы маркировка была, скажем, ну, она, кстати, может стать элементом дизайна, правильно, Виктория, я понимаю? Да, она может стать элементом дизайна, это может быть там печать на ткани, да, это может быть просто вкладной какой-то лист, потому что, покупая блузку, вы все равно отрезаете то, что там на ней со всех сторон пришито, приклеено, закреплено булавками там и так далее. То есть я говорю о том, что первое, что мы можем сделать легко и непринужденно, это сократить количество вшивных дополнительных элементов. Потому что при переработке у вас все равно будет разделение синтетических волокон с натуральными волокнами, если мы говорим об устойчивой моде. Поэтому очень сложно говорить о вторичном использовании чего-либо, потому что сегодня все ткани миксовые. То есть у нас нет 100% хлопка, да, или 100% там, 100% чего-то еще. Для того, чтобы ткань хорошо и правильно работала, она содержит там 80% хлопка, 20% там, 15% полиэстера, да, и еще там будет 5% эластана, там условно, да, а это все разные волокна, и их перерабатывать очень тяжело будет. Ну, то есть я говорю о том, что изначально средствами дизайна сократить до необходимого и достаточного уровня свою идею, которую мы хотим подарить покупателю. И это, правда, будет тогда устойчивое и правильное направление. То есть вот я за дизайн первичный всегда. Спасибо. Да, я сейчас прошу админа включить микрофон Владиславу Иванову. Вот, чтобы у нас промышленность... Добрый день. Вот, приветствую вас, Александр, Владислав.
Вот. Всех тоже приветствую. Виктория, ну вы наваляли здесь, как говорится, по всем направлениям сейчас, и всем серьгам досталось, и нам в том числе. Если позволите, начну как раз с последнего вашего посыла по разделению волокон синтетических от натуральных. Ну, при данной технологии это теоретически возможно, но практически это невозможно. Вот у меня в руках, я специально захватил один из материалов, который выпускается нами. Это синтетический материал. Здесь как раз такая гремучая смесь текстильных компонентов, что, в принципе, технологическими существующими методиками без микроскопии высокоточной отделить один компонент от другого просто невозможно. Что касается вторичного или первичного сырья, тоже, Виктория, очень интересный был у вас посыл, что вы вряд ли надели бы на себя вторичку, но, вы знаете, ведь практически органолептически сейчас вы не сможете определить, что конкретно на вас или что вас окружает в комнате или в кабинете или в пространстве, где вы обитаете. Натуральный это компонент, синтетический, композитный и так далее. То есть технологии дошли до такого уровня, что, в принципе, человек органолептически не определяет. Более того, специалисты не определяют. На выставках мы постоянно сталкиваемся с этим, общаясь в компании, тоже мы постоянно с этим сталкиваемся, когда эксперты не определяют состав волокон, например, или состав того или иного материала. Это можно сделать только методиками высокоточными, не только микроскопическими, микроскопическими уже в настоящее время. Вы знаете, ведь в целом мы говорим о чем? О том, что должно быть разумное потребление, а оно, по сути, не связано с тем, из чего вещь состоит, в общем-то, сейчас. На данный момент можно говорить именно об этом, о том, как это потребляется, как это применяется, и как человек разумно или неразумно осмысливает эту систему. Ведь это же в целом большая-большая система и из переработанных бутылок, если вы говорите, переработанного пластика, использование, хранение вещей, переработка и так далее. Вот я думаю, что вы согласитесь с той статистикой, которую представили в 2015 году ученые Великобритании, а дополнили ее уже американские ученые в публикации, посвященной текстильной переработке. На одного человека приходится от нескольких десятков килограммов текстильной продукции до нескольких сотен килограмм. От нескольких десятков до нескольких сотен. Для того, чтобы переработать, например, и изготовить футболку из вторичного сырья, требуется несколько десятков пластиковых бутылок, например. Это вот к еще одному посылу. Это очень серьезный вопрос. Кстати говоря, та тема, которой мы сейчас озадачились как новой, как свежей, как актуальной, ведь она была как раз ровно 50 лет назад, 9 июня, было принято постановление Совета министров СССР номер 411. 411, я процитирую, как оно называлось. Оно называлось «О мерах по увеличению сбора и использования вторичного сырья в нуждах для народного хозяйства». И таким образом, до этого еще в 1964 году было разделено, кстати, Косыгин подписывал эти документы, и эти документы шли в свое время под грифом «секретно». Сейчас они в открытом доступе, очень рекомендую посмотреть, очень интересные выкладки там, собственно, да, по тоннажу, по количеству тонн, и, например, в пятилетку с 1971 по 1975 год предполагалось увеличить эффективность сбора именно текстильных вторичных отходов в 2, 3 и 4 раза. Минимальная планка стояла, это около 400 тысяч тонн, а максимальная стояла около 1,5 миллиона тонн. Это гигантское количество отходов, которые в то время, соответственно, предполагалось на переработку, и частично эти программы, и планы, и постановления были исполнены. Я напомню, что тогда была создана структура, которая называлась «Союз глав вторсырье», а по мотивам, если мы там посмотрим внимательно, то фактически то направление, которое сейчас так модно развивается в экологическом мировоззрении, гербология, в экологическом сознании, то есть переработка мусора. Работа, кстати говоря, из истории, из археологии пришел этот термин в свое время. Гербология – это то, как ученые определяют по слоям мусора, как развивалась цивилизация, например, текстильная в том числе в этом отношении. И здесь новинка такая, да, вот в обсуждении этой темы. Эта тема вечная, по большому счету. Есть человек, есть мусор. Есть задача переработки этого мусора, и, соответственно, то, чем вот мы занимаемся, если ближе к теме уже непосредственно, а что же вы делаете, вы спросите нас, мы как раз перерабатываем отходы текстильных производств, с одной стороны, с другой стороны, у нас фактически безотходное производство, то есть мы таким образом наладили сейчас свое производство, что мы можем запускать в различные циклы, не только создавая рециклинговую цепочку, когда мы переработали уже существующий продукт. Это рециклинг, это, как правило, одноразовая переработка. Но мы говорим о том, что существует цепочка уже полирециклинга. В
предельно условной схеме это звучит следующим образом. Есть синтетический нетканный утеплитель, например. Этот нетканный утеплитель перерабатывается после срока эксплуатации. Из него возможно создать, из его комплектующих, из его составляющих, можно создать, например, наполнитель для подушки. Наполнитель с меньшими эксплуатационными свойствами и характеристиками. Подушка отходила свой срок, можно сделать, например, матрас или одеяло, или строительный утеплитель и так далее. То есть это большое количество циклов, которые, в принципе, конечно же, ведут к снижению эксплуатационных и качественных характеристик, но в целом они позволяют использовать фактически один и тот же исходный ресурс, но многократно, не рециклингово, а полирециклингово. И это очень интересная концепция, которая очень здорово укладывается в идеологию, которую мы тоже предложили несколько лет назад, это ископаемый текстиль. Мы сидим на ресурсе, на природном углеводородном сырье, и мы говорим о локализации производства, с одной стороны, да, но почему-то гоняем через весь мир этот сырьевой компонент. И мы с вами оплачиваем этот сырьевой компонент многократно в волокне, в производстве, в одежде, а потом уже и в переработке. Тогда, конечно, имело бы смысл производить локально и полностью перерабатывать. Это большой вопрос, давняя проблема, но, тем не менее, она на уровне модели и концепции имеет прямое отношение вот к той теме, которую мы сегодня обсуждаем. Она, конечно же, крайне важна. Еще я просто разделил бы, точнее, обозначил бы это разделение. С одной стороны, это переработка промышленная переработка и переработка, например, вторичных изделий, те, которые уже были созданы из текстильных компонентов. Это две большие разницы. Значит, и по поводу одного из первых ваших посылов, Виктория, тоже, не подумайте, что я полемизирую, но здесь действительно рояль в кустах и какие-то заготовки у меня тоже были, и так вот совпало, значит, по производству экологической продукции. Вот смотрите, ведь действительно для того, чтобы произвести вторичное сырье и переработать, действительно требуется энергия и ее сохранение. Но ведь для того, чтобы и вырастить, и переработать текстильную продукцию из натуральных, растительных или животных компонентов, требуются достаточно серьезные тоже ресурсы. Не забывайте, что почему возникают и так активно развиваются химические технологии и развитие компонентов. Да потому что сырьевая база в данном случае по плодородным почвам, там, где это можно вырастить или выкормить, или сделать скот, например, да, ну, и подготовить скот для, например, забоя, для переработки, это ведь тоже гигантская тема и гигантская проблема в данном случае. Поэтому все то, что можно съесть, человек будет есть, и это будет поступать в пищу, а то, что съесть нельзя, это будет поступать как раз в визуальную среду, в текстильные материалы, в обработку, в переработку и так далее. Это тренд, от которого мы, к сожалению, не сможем отказаться. И повторюсь, чтобы каким-то образом закольцевать это, повторюсь, что очень важно, что современный человек, современные высокотехнологичные материалы определить или идентифицировать по категории натуральности, ну, практически уже не может. Да, есть материалы, которые легко определяются, а есть материалы, которые, например, уже очень сложно определить. И еще один момент, буквально два слова. Понимаю, что очень много информации тоже даю, но существует еще и маркетинговый компонент. Не знаю, наверное, это видно. У меня фиолетового цвета материал. Да, это синтетические технологии в данном случае позиционируют как лаванда. Материалы, которые позиционируют как шерсть, это все химические волокна, все синтетические материалы. Некий розовый цвет. В последнее время тоже очень интересные такие маркетинговые уже технологии пришли на смену. Зеленый цвет позиционируют как некая экологичность такая, хотя это, в принципе, просто придание цвета, либо это флекс такого цвета. А есть еще и белые волокна, и многие почему-то до сих пор предполагают, что белый цвет волокна – это исключительно там, первичный или высококачественный критерий для того или иного типа волокна. Да нет, это отбеливатель. То есть технологии достигли такого уровня, когда уже достаточно сложно давать вот эту градацию. И еще один момент. Вот почему мы, например, занимаемся высокотехнологичными материалами и говорим о том, что, например, вторичное сырье более эффективно, чем может быть эффективно для чего? Для дальнейшего сохранения энергии. Вот пример. Строительные материалы. Холофайберстрой. Мы строительными материалами, созданными, ну, например, в основном создаются из первичного сырья, но мы можем добавлять и вторичное сырье, сделали строительный утеплитель из нетканных материалов. Укрыли дом энергией для того, чтобы его отопить и эксплуатировать, расходуется меньше. Разве это не вклад в сохранение нашей планеты, так скажем, в сохранение ресурсов? То есть мы стимулируем сохранение энергии на дальнейшее потребление, причем на очень многие годы.
Поэтому в данном случае это, конечно, очень большая тема, очень большая проблема для вообще всех нас, для производства. Стоит ли нам уменьшать в этом отношении производство синтетической продукции? Ну, со своей стороны скажу, что, конечно, нет. Мы готовы увеличивать объемы производства и делать наш мир более комфортным, более уютным и более экологичным. Вот такая точка зрения. На самом деле у нас вот от Евгения Зирева пришел очень интересный вопрос в чате. Я так думаю, что ответить могут, в принципе, все, кто посчитает нужным. Могут ли принципы устойчивого развития в маркетинге, дизайне и технологиях способствовать восстановлению легкой промышленности? У меня на самом деле есть свой ответ, но я хочу все-таки спросить у специалистов. Кто-то возьмется ответить на этот вопрос? Владислав. Сейчас отключу, да. Ну, конечно, это просто в продолжении. Ну, а как же? Конечно. Конечно, это в первую очередь. Это в первую очередь почему? Потому что это стимулирует, во-первых, научную деятельность технологическую, стимулирует приобретение высоких технологий и оборудования компаниями, производителями, бизнесменами. Но совершенно однозначно. Более того, это приучает общественное сознание пользоваться высокотехнологичной продукцией и бережно относиться. Вот смотрите, кстати говоря, реальный пример. Как в последние годы развивается рынок вторичного вот этого товарооборота, например, на тех ресурсах, которые пока не подконтрольны, так скажем, глубинному анализу, но мы видим, что это развивается. Там, продажа, скажем, вещей, которые походили месяц, два, три, они выставляются на что? На маркетплейс, на определенные площадки, на социальные площадки, на Авито, например, да? И где заканчивается, например, старые вещи, начинается новые, здесь уже тоже большой вопрос. Поэтому в данном случае вот этот если возвращаться к вопросу Евгения, ну, конечно, приучается сознание таким образом всех нас, общества, к разумному потреблению, с одной стороны, а с другой стороны, к применению высоких технологий более активно. Вот в этом, наверное, и есть главный фактор устойчивого развития. Ну, на самом деле... А, вон, Виктория слово просит. Администратора прошу включить звук. По-моему, Виктория звук включен, да. Да, такой хороший очень вопрос. Ну, для того, чтобы что-то восстанавливать, надо, чтобы что-то было. У нас легкая промышленность, если речь идет о нашей стране, она по цифрам, по-моему, менее 2%, да, на сегодняшний день от общего объема. Если вообще общий объем промышленности считать, не знаю, там у нас основная промышленность – это газ и нефть, да, все-таки в стране. Вот. А мне кажется, что тут не о восстановлении надо говорить, отвечая на вопрос Евгения Зверева, а о том, что вот каждый раз на протяжении очень долгих лет, когда стала подниматься, сейчас особенно, когда стала подниматься тема фэшн, тема индустрии, моды, тема легкой промышленности, да, это все звенья одной цепи вот в этой общей большой цепочке того, о чем мы сегодня говорим. Да? Я уверена, что нам надо придумать свой какой-то путь, да, свой, и не придумывать его, а взять за основу то, что свойственно русскому мышлению, да, и по русским, российским, вернее, да, неправильно говорю, российским специалистам в этой сфере. И сделать это трендом. То есть вот как раз для развития, для устойчивого развития по легкой промышленности, индустрии моды в нашей стране, я уверена, что надо придумать некий маркетинговый ход на основании того, что для нас является приоритетным и важным. Например, сейчас свою мысль расширю. У нас очень талантливые студенты, и они чересчур креативны бывают. Да, то есть у нас то, что называется арт, оно больше, чем то, что называется инженерией, конструктивом, вот, ну, в смысле дизайна. Поэтому вот этот арт мог бы стать очень хорошей маркетинговой волной, которая привлекла бы внимание потребителей всего мира. И в этом смысле объединить арт с устойчивым очень легко. То есть я уверена, что наши молодые дизайнеры и не молодые, ну, собственно говоря, да, те, кто на рынке, профессионалы и огромное количество лет, они все очень творческие люди. Но вот
Это мой ответ. Нам нечего восстанавливать просто. Нам надо что-то создать практически с нуля. Ну, я немножко не соглашусь. Да, вот нагло возьму и не соглашусь. Нам на самом деле, мне вообще просто не нравится слово «восстанавливать», да. Нам, в принципе, надо немножко по-другому даже начать мыслить, потому что как раз тренды устойчивого развития, они подразумевают не огромные предприятия, которые выпускают что-то в больших количествах, да, а именно кастомизацию продукции, то, что нужно конкретно клиенту в конкретное время. И когда мы, наконец, поймем, что вот наша сила в том, что мы как раз сейчас можем применить наш ум, нашу смекалку, наше талантливое творчество, нашу молодежь, вот, тогда, собственно говоря, у нас все, собственно, и получится. И очень многих что получается уже. В этой связи мне как раз очень хочется включить наш образовательный блок, потому что вот Александр Бородин, владелец бренда «Бородин», одежды мужской и женской, он, к сожалению, не сможет выступить по техническим проблемам, поэтому мы сейчас переходим к нашей второй части нашего мероприятия, нашей дискуссии, это мы включаем наши образовательные учреждения, поэтому слово передается Олегу Кощееву. Мне хотелось бы, чтобы наш ведущий вуз, ну, ведущий все-таки вуз, наберусь наглости, так его назову, в лице Олега рассказал, как же все-таки они видят это устойчивое развитие, мифы, легенды, правда, неправда, что есть у нас все-таки? Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, мне бы хотелось обратить внимание, что все, о чем мы сейчас говорили, является лишь частью того, что такое устойчивое развитие. К сожалению, говорить о рециклинге, только об экоматериалах или, так сказать, о повторном использовании и так далее, это только часть устойчивого развития. Здесь очень правильно, так сказать, хочу сделать комплимент нашему модератору, она обозначила тему и устойчивого развития, и о том, кто такие трансеттеры, можно было еще инфлюенсеров добавить до кучи, как новый этап их развития. И в первую очередь обратить внимание на то, что устойчивое развитие подразумевает несколько переводов. Но как любой английский термин, он имеет не одно значение, а несколько переводов. Так сказать, это и экологическое какое-то развитие, и инновационное развитие, и развитие без вреда природе и без вреда последующим поколениям, и много-много-много каких еще можно вкладывать терминов. Соответственно, на сегодняшний день подразумевается под устойчивым развитием, как правило, все-таки в первую очередь это именно, так сказать, крен в сторону экологии. И второе – это сохранение и использование тех социальных завоеваний, которые есть так называемых развитых странах мира. И именно вот этот комплексный подход, симбиоз, синергия дает действительно устойчивое развитие, когда мы и сохраняем нашу природу и экологию, и, соответственно, так сказать, мы еще обязательно соблюдаем определенные социальные принципы, в том числе, так сказать, и морально-нравственно-этические. Хотелось бы сказать, что те компании, которые проповедуют тему устойчивого развития, на сегодняшний день во многом являются лидерами. Для того, чтобы не рекламировать ту или иную компанию, хочу просто сказать, что у одного из крупнейших производителей и продавцов на сегодняшний день одежды и обуви тема устойчивого развития стала стратегией и миссией ее деятельности, и на сайте достаточно активно и много отражена, и они даже выдвигают требования к своим поставщикам, они имеют такую возможность, поскольку действительно это компания с мировым именем и с огромным оборотом, с огромным количеством, так сказать, точек реализации продукции, они выдвигают своим компаниям требования о том, чтобы вся продукция, которая им поставляется, она была и экологична, и вторая, так сказать, чтобы соблюдали социальные гарантии работников, в том числе, так сказать, запрет детского труда, принудительного труда и так далее, так далее. Поэтому на сегодняшний день термин «устойчивое развитие», он должен восприниматься достаточно широко и не только зацикливаться на экологии, рециклинге, спор о том, что хорошо синтетические материалы или натуральные волокна и ткани. Каждый материал хорош там, где он применяется.
И, естественно, так сказать, такой спор бесконечный, ну, примерно о том, так сказать, курица и яйцо. Об этом можно говорить достаточно долго. И, соответственно, так сказать, устойчивое развитие, поскольку оно, с одной стороны, сберегает природу и позволяет нам использовать экологичные материалы и во многом, так сказать, делать их повторную переработку и так далее, сохраняет нам будущий мир, поэтому тем самым сохраняет объем потребления и провозглашение и реализация социальных ценностей и гарантий увеличивают объемы потребления, поскольку именно, так сказать, соблюдение социальных норм, в том числе, так сказать, размер минимальной оплаты труда, 8-часовой рабочий день и так далее, так далее, и в том числе, так сказать, отсутствие экологических выбросов, соблюдение жестких норм и требований к этому увеличивает число людей, которые могут позволить себе приобретать товары не только первой необходимости, но и чуть-чуть больше. Тем самым у нас увеличивается круг потребителей. Поэтому изначально, даже, так сказать, если мы не будем декларировать какие-то высокие нормы и ценности, устойчивое потребление, оно увеличивает количество потребителей, тем самым стимулирует производство и развитие. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, это, соответственно, о том, что есть мода на устойчивое развитие, и есть устойчивое развитие как элемент моды. И здесь как бы одно и другое подталкивает. Что здесь имеется в виду? Сейчас действительно, так сказать, есть мода на эко-моду, есть мода на эко-питание, и есть мода на толерантность, на соблюдение прав, свобод и так далее. Понятно, что, как любая мода, это есть некое такое движение по синусоиде. Сегодня есть мода на эко-товары. Слава богу, сказать, эта мода такая имеет затяжной характер, и она стимулирует устойчивое развитие. А с другой стороны, устойчивое развитие двигает моду и создает новую моду. То есть под влиянием идей устойчивого развития создается новая эко-мода. Причем она достаточно сейчас активно развивается, ну, вплоть до того, чтобы сказать, моя последняя диплом с этого года сама выбрала себе тему, это цвет и дизайн при создании эко-рекламы. И поэтому, так сказать, действительно, эта тема популярна, и производство экологических товаров или экивоки в сторону экологичности тех или иных товаров, включая и упаковку, и соблюдение каких-то социальных норм и принципов, оно тоже во многом сегодня востребовано аудиторией и увеличивает продажи. На этом строится очень огромное количество маркетинговых ходов. И, с другой стороны, благотворно преобразует мир. Теперь буквально пару слов о трансеттерах. Ну, так сказать, не знаю, насколько будет это интересно, маленький экскурс в историю. Где-то на рубеже 20 века была очень популярна теория распространения информации, в том числе, так сказать, построение коммуникации в средствах массовой информации, в том числе и рекламного характера, и маркетингового характера. Так называемая теория магической пули или теория, так сказать, молота наковальни, приводного ремня. Несколько, так сказать, аналогичных, так сказать, теорий были выдвинуты, которые говорили о том, что идет полный отклик аудитории на вброшенную к ней информацию. Ну, чуть позже, так сказать, от этой идеи ученые отказались, и вы и построили где-то в середине прошлого века модель двухступенчатого распространения информации. Это ГДС вместе со товарищами, которые сказали, что нет. Сначала, так сказать, информация и новые идеи воспринимаются лидерами мнения, а потом они трансформируются уже на остальное сообщество. Ну и, так сказать, третьим этапом это Эверест Роджерс, который выдвинул теорию диффузии инноваций, диффузии распространения информации, откуда, в общем-то, и пошли эти трансеттеры. То есть это инноваторы, вслед за этим, так сказать, активное большинство, там пассивное большинство, не будем сильно углубляться. Это вот именно то, что наше общество, оно очень многопланово, все люди абсолютно разные, и действительно все новые идеи, в том числе, так сказать, и идеи устойчивого развития воспринимаются не всеми, а постепенно, сначала, так сказать, трансеттерами, потом ранними инноваторами, и дальше, так сказать, через лидеров мнений, причем лидеры мнений могут быть как формальные, так и неформальные, естественно, они
получают дальнейшее развитие. Но самое главное, что, как любая инновация, она проходит несколько ступеней и благоприятно влияет на развитие общества. Но суть какая, что все эти трансеттеры и инноваторы, они как появится новая какая-то идея, новая какая-то инновация, они могут на определенном этапе, к сожалению, сменить свои приоритеты и, допустим, следовать уже не идеям устойчивого развития, а каким-то другим на том этапе более модным идеям. И, соответственно, в том числе, так сказать, тема экологии может опять отойти на задний план, как это было, допустим, какие-то предыдущие этапы нашего развития. Но сегодня, на сегодняшний день, это действительно тренд. Именно поэтому сегодня мы проводим это мероприятие, это обсуждаем. Однозначно, и, так сказать, мы доказали у себя в университете, что действительно это является частью на сегодняшний день маркетинговых технологий, однозначно повышает продажи, однозначно это востребовано у большого количества потенциальных потребителей, именно поэтому такое огромное количество компаний либо правда используют эко-моду, либо, так сказать, ну, не совсем правда, скажем так, назовем это мягко, и только используют ее в рекламных целях. Но, тем не менее, это повышает продажи и действительно, с одной стороны, обеспечивает устойчивое развитие нашего общества, с другой стороны, конечно, повышает и спрос, и нашу культуру. Именно поэтому, я думаю, ни для кого не секрет, что последнее совещание у президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, посвященное легкой промышленности, а мы все помним, что индустрия моды – это, можно сказать, верхушка айсберга, а под водой находится текстильная легкая промышленность, как основа индустрии моды, была провозглашена одна из идей и получила государственную поддержку – это государственная программа возрождения и развития льняной промышленности. Поскольку действительно, так сказать, исторически лен был тем продуктом, который использовался и на Руси, и не только на Руси, так сказать, можно вспомнить Наполеона, когда была блокада Англии, и французская армия оделась в лен. А конопля, кстати, она использовалась не столько в одежде, сколько в техническом назначении, но это так, как лирическое отступление. То действительно, эта программа получила поддержку, и во многом это именно, так сказать, отход на то, что у нас будет развиваться тема эко-материалов, эко-моды. Естественно, я не забываю, Владислав, вторичную переработку, которая позволяет повысить и рентабельность производства, и позволяет во многом разгрузить нашу планету от того количества мусора, которое на ней скопилось, и действительно можно перерабатывать весь этот пластик и полиэтилен, и все прочие предметы, сделанные из химических волокон и нитей, и использовать их в каких-то полезных целях, не добывая все новые и новые полезные ископаемые, у которых ресурсы остаются достаточно ограничены. Мы можем достаточно долго обсуждать, насколько правильно и полезно перерабатывать нефть, газ, что из них надо делать, а не просто сжигать. Но факт остается фактом, что наш университет не только готовит высококвалифицированные кадры для текстильной легкой промышленности, индустрии моды и индустрии детства, но и ведет достаточно большие разработки, причем они востребованные. Так, к примеру, мы уже четвертую тему реализуем вместе с Кашинским льнокомбинатом. Тут, я знаю, есть коллеги из эколаборатории. Если, так сказать, будет интересно, они могут более подробно рассказать о тех исследованиях и наработках, которые мы сделали по нетрадиционному, по комплексной переработке льна. То есть не только модные изделия, но и создание абсолютно новых продуктов льна, его комплексную переработку и получение новых товаров с более высокой добавленной стоимостью, нежели, так сказать, производство из льна одежды. Поэтому еще раз предлагаю вернуться к этой теме устойчивого развития трансцентров, но только к ней подходить более комплексно, более философски. И, соответственно, я надеюсь, что какой-то новый взгляд, новую струю мне удалось привнести, и призываю всех остальных говорить чуть более шире, нежели просто как эко-мода. Спасибо.
Ну, на самом деле хочется добавить как раз, что я бы, например, этот термин sustainability development, я бы больше определила как ответственное развитие, да, потому что де-факто у нас стоит именно задача ответственного отношения к нашему миру. И в том числе туда входит честность, это понятие, которое, с которым сейчас, собственно говоря, носится, и как раз вот одно из основ маркетинговых стратегий. Поэтому как раз вот я хочу добавить к выступлению Олега, что... Если люди заявляют, да, что у нас есть, мы развиваемся в соответствии с этой стратегией, что мы используем природные материалы, вторичные материалы, вот тут врать категорически нельзя, потому что у нас уже, я не буду называть бренды, но есть примеры, когда потребитель вскрыл этот обман, поэтому и после этого стало только хуже, да, вот, поэтому вот это вот, да, возможно, этот тренд, даст вам возможность победить этот страшный фаст-фэшн, да, супер-фаст-фэшн, когда кроссовки, одежда покупается буквально на неделе. Да, Ксения, мы сейчас обязательно, сначала у нас господин Алексей Плеханов выступит, а потом мы дадим вам слово обязательно. А вот, и я как раз хочу сказать, что я была на выставке Милана Уника, там была огромная презентация, где рассказывали, что обязательно нужно ответственно относиться к окружающей среде, и пусть это все удорожает технологии, пусть футболка на выходе будет дороже там, на 5-10 евро, но ее обязательно нужно делать такую. И встал производитель, который выпучил глаза свои, и сказал: ребята, я же просто не продам футболку дороже на 10 евро, вы издеваетесь, что ли? Вот, поэтому я сейчас хочу предоставить слово Алексею Плеханову и задать ему вопрос. Скажем, вот как если перерабатывать текстиль в другой текстиль, на что похожа эта технология? Вы знаете, это очень обширная тема, которую вы задали. Да. Потому что волокна все разнородные, есть натуральные, есть искусственные, химические, вы это лучше меня все знаете. И вот когда мы начинали свою работу по переработке отходов, мы, честно говоря, даже не думали. В 83-м году я, когда ходил студентом на фабрику, Московскую хлопчатобумажную фабрику имени Фрунзе проводить научные исследования. И мы выдумывали машины для очистки хлопкового волокна, что потом впоследствии эти машины станут нашим ядром написания докторской диссертации. Вот такая вот книжечка у нас была выпущена «Безотходные технологии пневмопредения». Она написана полностью по теме докторской диссертации. Дело в том, что когда машины были созданы, Союз распался, от нас отделились 6 хлопкосеющих республик. И стала проблема, где взять сырье. А фабрика-то была из 3 фабрик в Москве самой крупной по переработке хлопка. И все углы были завалены отходами хлопчатобумажного производства. И мы вот создали эту безотходную технологию по переработке именно отходов хлопчатобумажного производства. Это как одно направление целое. Потому что хлопкового волокна у нас перерабатывается в текстильной промышленности наибольшее количество. Сейчас дойдем до химволокна. Значит, ну и вот в процессе защиты мне задавали вопросы профессора на ученом совете. А куда вы отходы-то деваете? Какая же безотходная, если у вас, ну, действительно, выход полноценного волокна из отходов хлопкопрядного производства – это 50%. А 50-то куда? Здесь вот мы нашли 9 способов переработки вторичных отходов. Начиная от утилизации в виде удобрений в почву, там, гидроцеллюлоза на корм скота, углеродное волокно – в медицине, в общем, много направлений дальнейших. Но это уже другие технологии, должны другие специалисты заниматься по переработке вот этих вот видов отходов. Теперь вот что последние тренды мировые. Мы с вами видим, что за последние 10 лет устойчиво, к сожалению, сокращается выпуск хлопчатобумажных, шерстяных, льняных тканей в нашей стране. А вот объем производства нетканых материалов неуклонно растет. Вот я жду сейчас статистических данных, честно говоря, не успел еще посмотреть за прошлый год, они должны быть вот опубликованы буквально в сборнике Госкомстата, должны выйти где-то в апреле. Сохраняется ли эта тенденция? Есть ли перелом вот в этих вот всех изменениях? Насчет химволокон. Вот их доля тоже очень стремительно растет. И вот буквально за последние десятилетия в общем объеме всех видов текстильных волокон доля химических превысила 50% и уже, наверное, приближается к 60 или 65. Вот выходя однажды, как удобно из дома вообще вот вести вот подобного рода занятия, все под рукой. Однажды, выходя из метро, станции метро Шабловская, мне дают вот такой вот плакатик. Вот видно, да? Эко. Сейчас я попробую достать. Эко-знаки.
Ну, я с любопытством взял посмотреть, что это за... Это департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Вот такой вот, видите, да? Mm-hmm. И вот здесь вот на обороте, вот видите, треугольнички. Это вид только пластиков и от бутылок той упаковки, которую мы с вами используем. Первый, второй, третий, видите, 7 видов. Есть вот третий, скажем, и 7-й. Не перерабатываются в России, нет технологий. Остальные перерабатываются, какие-то не идут в переработку. То есть это тоже требует классификации, отдельного подхода, изучения. Следующее направление. Была у меня встреча на кафедре в конце прошлого года. Ко мне приходил некто такой Александр Македонский. Может быть, слышали, нет? По истории-то все слышали. А это вот операционный директор фонда «Второе дыхание». Недавно по РБК был репортаж об этой компании. И я с любопытством, он как раз мне задавал вопросы по переработке, вот вторичной, всех видов отходов. Фирма занимается сбором и утилизацией текстильной одежды, вторсырья. Они сортируют четко бренды отдельно на восстановление, на продажу. Бывает даже в 10 раз дороже, чем первоначальная стоимость была изделия. Изделия, которые подешевле, но могут быть использованы, идут в различные, понятно, там дома престарелых, может, куда-то после специальной обработки. Ну, а уже изделия, которые не могут быть дальше использованы по назначению, должны утилизироваться. И вот тут возникает проблема. А проблема заключается в том, что в том виде волокно, которое было вложено в изделие, мы уже с вами получить не сможем. И, естественно, майку выработать из той же майки теоретически и практически нельзя. Потому что мы с вами ее раскрошим на мелкие волокна, из которых уже пряжу не выработаешь. К пряже есть определенные требования. Мне вот задают вопрос, а можно ли переработать крапиву? Я говорю, можно. Дайте мне штапельную диаграмму. Первую характеристику, которую просит прялищик, это свойство волокна. Его прежде всего интересуют 3 показателя. Длина волокна, линейная плотность, толщина и прочность. Вот если я знаю вот эти 3 показателя и как они распределены в волокнистой массе, я вам могу выработать технологию и дать совет, как получить какое-то изделие. Когда мне дают маленький клочок волокна, я не могу провести эксперимент, потому что для определения длины этого волокна хлопка нужно минимум 300 грамм этого материала. А это приличное количество, понимаете, да? Поэтому вот все вот это надо, конечно, этим заниматься. Теперь вот по поводу сбора, утилизации отходов. Это направление очень перспективное. Правительство Москвы, вот узнаете, сейчас ставит такие задачи, раздельный сбор стеклотары, пластика, бумаги. Вот надо еще направление создать по текстилю. Ну вот фирма как раз вот это может нам помочь, второе дыхание, опыт ее, по крайней мере. Теперь очень важно, вот я бы хотел отметить, какая проблема, вот я вижу ее реально. Я давно об этом говорил, но меня всегда как-то вот пытаются с этой идеей моей послать подальше. Дело в том, что до перестройки у нас была министерская структурированная система управления народным хозяйством. Министерства четко распределены были по отраслям экономики. Сейчас вот мы готовим специалистов. Нам надо их куда-то трудоустроить. Эта задача ложится на нас. Честно скажу, как преподаватель, это моя головная боль. Моя задача мотивировать обучению обучающегося, заставить, появился, чтобы у него интерес. Вот сегодня онлайн-защита, предзащита проходили на кафедре. Один мальчик из Моршанска, прямо из подсобного помещения, вот демонстрирует возможности технические. Мы, говорит, работаем в 3 смены, особенно после вот этого кризиса. Все предприятия, говорит, на полную мощность, все мощности загружены, думаем о развитии. То есть вот вам, пожалуйста, первая ласточка полетела. Теперь надо кадры готовить. Как кадры готовить? Нужна связь с предприятием. Вот хорошо, у нас есть Кашинский льнокомбинат, но этого мало. Кашинскому льнокомбинату сколько специалистов в год требуется на обновление кадров? Не так много, как выпускают в текстильные вузы. Поэтому надо вот это как... Вот, кстати, Андрей Валентинович в одном из интервью, я читал вот последний его, он обратил внимание на эту проблему, что надо четко структурировать отрасль и завязать ее. Это приблизительно так же, вот как, знаете, Министерство культуры надо связать с Министерством образования, а Министерство образования надо привить к Министерству науки, промышленной политики и торговли, да? Ну, кто-то этими вопросами должен заниматься, нам надо помочь в этом плане. И тогда у нас все получится. Я почему-то с оптимизмом смотрю в будущее. Пока мы живы, я думаю, что передадим знания, а дальше уж пусть смотрят сами молодые подрастающие поколения. Куда им двигать текстиль?
Ну, Алексей, я сразу поняла, что ответ на мой вопрос есть, что из футболки футболку не сделаешь никогда, и всю ту схему, которую рисовали итальянцы, можно выкинуть. Ну, если как-то. Она из химических волокон, может и можно. Переплавил опять, наформовал мононити, и опять давай в трикотажную машину их заправим и свяжем. Тогда можно. Из хлопка, из шерсти уже, я считаю, будет затруднительно. А потом все-таки есть ведь жизненный цикл товара, вы знаете, у всего ведь есть свой срок годности. Все в Библии написано, все поедает моли ржа. Да? То есть все равно это изнашивается от стирок, от света погоды, от истирания, о другую одежду, предметы и тело человека. Ну, то есть, как бы идея-то неплохая, ну, как бренд ее можно предложить для какой-то конкретной фирмы, для какого-то конкретного волокна. А так, в целом, конечно, это вот маленький кусочек такой проблемы. Маркетинговый ход, красивые слова. Да. Спасибо большое, Алексей, за ваше мнение. Вот, ну, я вот как раз к нам сегодня написала... как раз специалисты из РГУ тоже, да, вот Ксении прошу дать веселое слово нашего администратора, чтобы они рассказали о своих наработках. Как раз по Кашинскому льну, я так поняла. Здравствуйте, приветствую, коллеги. Я бы хотела добавить, наверное, Алексей Федорович, он, да, очень верно все сказал, и хотела бы добавить по переработке пару слов, потому что последние 2 месяца мы очень много участвовали в конференциях и с финнами, и с Германией, как раз обсуждали переработку волокна, нити, ну, вернее, переработку отходов. И финны уже делают пряжу с вложением, по-моему, 20-30% переработанного хлопка, смесовую нить, да, получается, и производят уже одежду. А то же самое и в Германии. Но немцы еще предложили такую интересную идею, вернее, они ее уже разработали и внедряют в производстве, это сортировка именно отходов. И пока это лабораторная установка, где четко идет сортировка отходов, по датчикам это все высвечивается и автоматически это все сортируется. И дальше идет на переработку. Вот, это вот немножко по переработке, да. И я бы хотела рассказать то, чем мы занимаемся. Мы уже довольно-таки давно и год разрабатываем экологичные материалы. Это не просто эко-материалы, это, как многие говорят, сейчас модное слово greenwashing, да, вы эко, ну-ка докажите, что вы эко. Да, мы доказали, что мы эко, и мы разработали утеплители на основе льна и конопли, матрасы, наполнители, даже наполнитель в подушке на основе льна, пока в перемешку с полиэфирными волокнами, да, но у нас следующий этап, мы уже сделали образцы с биоразлагаемыми волокнами, которые могут заменить полиэфир, то есть топла волокна. Следующий этап у нас был, это разработка медицинского материала для халатов, для различных медицинских изделий. Сейчас уже следующий этап, мы сделали материал, который сверху антиковидный, да, он не пропускает вирусы, а внутри это лен. Пока еще маленькие образцы с Кашинским льнозаводом, мы пытаемся выпустить большие партии, но так как у него нет своего оборудования, пока еще оно не пришло, оборудование для производства нетканых полотен, пока мы сотрудничаем с другими компаниями. И на самом деле в этом большая сложность, так как нас никто не хочет вставлять, грубо говоря, в свой процесс. Соответственно, есть сложность в применении этих материалов, он дороже получается, чем синтетический, а у нас получается так, что все сравнивают, сколько стоит синтетика и сколько стоит натуральный. А вот ваш утеплитель там в 1,5 раза дороже, значит, нам невыгодно его употреблять, да, но это российское сырье. То есть как мы можем вывести на рынок экоматериалы из российского сырья, чтобы они были просто не задавлены, да, не потерялись в старых синтетических материалах. Я думаю, что тут нужно, как вот мое видение, да,
четко разделять здоровье человека и сохранение природы. Кстати, об этом мало кто говорит, о здоровье человека. Все говорят устойчивое развитие, мы должны сохранить планету, а на самом деле мы должны сохранить здоровье человека. И никто не исследует материалы именно на влияние на здоровье человека. Мы немножко зашли туда подальше, да, и доказали, что, допустим, человек, который находится в натуральном утеплителе, и если подкладка идет хотя бы вискозная, да, и пар проходит через материал, и утеплитель наш проводит пар наружу, то, соответственно, у человека на теле не выделяется СО2 и нету токсикации кожи, то есть у нас нету токсикации организма. И это очень важный факт, который мало кто изучает. И вот я бы хотела, наверное, передать на минутку Насте, чтобы она рассказала о комфортности одежды. И она как раз проводила исследование, защитила недавно диссертацию на эту тему. И мы сейчас очень глубоко эту тему хотим развивать. Да, добрый день всем. Насчет натуральных и синтетических материалов, есть здесь принципиальная разница в их свойствах. Безусловно, синтетические материалы, да, они, у них прочностные характеристики, возможно, лучше, упругие и так далее. Собственно, с этой целью пока мы их и добавляем в наши материалы в небольшом количестве, чтобы придать им данные свойства. Но за счет именно гигиенических свойств, то есть мы сейчас говорим о выводе влаги из пододежного пространства, потому что это очень важный фактор, это очень сложная тема, и за рубежом ее сейчас, она актуальна, и последние публикации, если посмотреть на эту тему, вот за 20-й даже год уже вышли статьи, то... Значит, ученые зарубежные, они уже пытаются вывести формулу зависимости от влаги, тепла и здоровья и самочувствия. То есть вот найти вот эту взаимосвязь, потому что многие пытались этим заниматься, но это действительно сложная тема, и оно есть. И все знают, что оно есть, все знают, что действительно, если у нас будет влажное, то есть мы понимаем на интуитивном уровне, что если у нас одежда влажная, значит, мы можем простыть, и, в общем-то, нам будет не очень хорошо. Но если эта влага беспрепятственно проходит сквозь одежду, о чем мы сейчас и говорим, в чем и заключается преимущество одежды из натуральных материалов, то получается, что у нас нет, во-первых, нагрузки на терморегуляционные процессы организма, то есть и самочувствие от этого, и нет утомляемости, потому что это очень энергозатратные... очень много энергии тратится именно на поддержание. Да, организм, конечно, он поддержит нужную температуру, но гораздо больше энергии на это потратится, нежели мы будем ходить в одежде из натуральных материалов и, собственно, будем чувствовать себя лучше. И я бы еще, наверное, хотела добавить то, что вот из нашего опыта, когда мы производили эти материалы, я четко поняла, что нету связи, в России вообще нету связи, и нету, не выстроена цепочка от выращивания сырья до конечного продукта. То есть это все разорвано. Те, кто выращивает, они не понимают, для чего они выращивают. У них нету четкого плана. Те, кто производит материалы, они не знают, что есть такие волокна, и не знают, что мы уже, допустим, можем делать волокно практически там близкое к полиэфиру, и мы его очистили, допустим, там до 0,7 текс, и оно практически без костры, то есть оно достаточно настолько мягкое, и мы уже получили название как медицинский лен. То есть, соответственно, вот этой цепочки четкой нету, и поэтому все вот это где-то кусочками висит, и есть и эко-материал, есть и гринвошинг, есть и устойчивое развитие, но это все вот должно быть в комплексе, это должна быть какая-то цельный путь, дорожная карта, по которому мы должны все двигаться и четко каждый разрабатывать в своем направлении, кто-то материалы, кто-то одежду, и это должно быть все связано, и тогда это заработает, только так. Спасибо.
Спасибо большое. На самом деле, я тут смотрю, у нас в чате завязалась бурная дискуссия. Вот, я, пользуясь своими правами модератора, хочу повторить свои слова, которые я недавно совершенно так сгоряча написала Алексею Баженову, да, из серии, что элементы планового хозяйства – это неплохо. Да? В свое время, прибежав в рынок, мы все твердили, что сейчас вот придет рыночное отношение, все поставит на свои места, и это будет, как бы скажем, рецептом от всех болезней, да, у нас все рынок расставит по местам. Ну, попробовали, судя по всему, какие-то места странные получились, потому что мы мало производим, в основном перепродаем то, что сделали другие. Поэтому мне вот в этом отношении очень хочется сказать, что да, нам вот надо все-таки как-то государству понять, что или мы сами так просто не расставим это все по местам. Собственно, о чем на совещании у Путина по Лехпрому было сказано, что Минсельхоз наконец-то привяжут все-таки в изготовлении сырья, и под это целый подлен, целая программа разработана. Вот, но на самом деле мне хочется завершить словами Виктории Семеновой, да, которая написала это в чат, что ответственность и честность производителя по отношению к потребителю очень важна. И тут дело даже не вопрос воды и прочего, а именно отношения, потому что первично все-таки изначально изменить отношение к этой теме и у производителей, и у потребителей. И начать именно дизайнеров думать над каждым новым изделием с точки зрения экологии. Потому что они, дизайнеры, стоят на конце этой цепочки, которая идет к потребителю. Вот. И то, что они придумают, то люди будут покупать. А вот чтобы уже они ответственно к этому относились, это наша большая подвижническая задача, в том числе и РГУ, и других институтов наших, и производителей. И в этой борьбе мы можем победить только вместе. И как сказал Андрей Валентинович Разбродин, нам надо объединяться. И если нам в этом, как называется, мы сами это не сделаем, нам никто в этом не поможет. Со мной согласны? Да. Все. Спасибо вам большое за нашу интересную беседу. Я надеюсь, что мы как-нибудь продолжим эту тему. Жду от вас вопросов. Возможно, наша история сегодня получит продолжение. Всем спасибо большое. Спасибо, Вера. Пока. До свидания. Да, до свидания. Всем спасибо.